А что касаемо Рахима Чехиева, то официальных встреч у меня с ним нет. Вот. Мы с ним единственное боксировали на спаррингах, единственное только на сборах вместе. Ну, я, честно говоря, я слишком частую конкуренцию с ним не припомню. Он одно время выходил как бы на пик, когда я, может быть, отдыхал, например, там чемпионат России, а после Олимпийских игр все олимпийцы отдыхали в 2004 году. Он как раз выходил, он как раз боксировал в Самаре. Потом также после чемпионата мира 2005 года я ушел в профессионал, он опять актуализировался и начал, да, боксировать, стал первым номером, потом вторым на мире и Олимпиады, Олимпийские игры выиграл. Поэтому официально у нас только такой запоминающийся спарринг между нами и все больше особо. Ну и обычные тренировки. Саша, скажи, пожалуйста, значит, когда ты ехал в 2005 году на чемпионат мира в Китае, где ты взял золото, знал ли ты, что ты после этого турнира уже уйдешь в профессионалы? То есть были ли у тебя планы, или ты думал, что ты будешь скорее еще второй олимпийский период боксировать? Уже после, с 2003 года начало поступать очень много предложений, тогда как я в 2003 году на чемпионате мира в Бангкоке заявил себе в финал. Заинтересовались мною как и наши промоутеры, мои нынешние промоутеры, так и американские промоутеры, вот россияне. Много было предложений, я долго раздумывал. Вот. Но вот на тот момент, когда я поехал на чемпионат мира, я примерно уже представлял, что я перейду в профессионал на следующий год. И что на Олимпийские игры я уже не поеду, вне зависимости от результата. Хотя я хотел, но ситуация иногда диктует свои условия. На тот случай я выбрал переход в профессионалы сразу после чемпионата мира. На сегодняшний день об этом не жалею, так как все-таки я лучше буду сожалеть о том, что сделал, чем о том, что не сделал. Вот ты сказал, что было очень много предложений от различных промоутеров. Как выпал выбор именно на Гамбург? Абсолютно просто. Я подошел с практической точки зрения. Во-первых, мне есть что терять. Мне было что терять в любителях. Вот. Я на тот момент, став чемпионом мира, зарезервировал себе, скажем так, на 80% место в олимпийском составе. Вот. Что в дальнейшем могло бы сказаться, да, положительно. Вот. И помогло бы мне. Но я решил переходить в профессионалы. Взял и ко всем тем, кто мне предлагал сотрудничество, попал на место, где они базируются, на их лагерь, как они проводят тренировочный процесс, какие у них тренеры, какие у них условия, что они готовы предоставить. То есть бытовой уровень, это очень важно, это микроклимат, который будет тебя воспитывать, продвигать в будущем. Вот. Поэтому, приехав, я был и в Америке, был в России, был в пару странах везде в Европе, в других странах, вот. Но больше всего мне понравилось здесь, в Германии. История многое говорит, вот. Ну, опять же, повторюсь, внутренний климат, как люди подходят к подготовительному процессу. Мы все знаем, что немцы очень дотошные люди, они используют максимум места в минимальном пространстве. Очень лаконично. Это говорит много продукции даже, если быть вообще простым, ту, которую они производят, начиная от автомобилей, заканчивая посудой. То есть вот этот вот момент я как бы для себя отметил. Вот. Ну и все-таки на тот момент я уже был все-таки женатым человеком, уже планировал и стать отцом. Вот. Выбор пал на Германию. Я считаю, что здесь большая перспектива, хотя многие говорят о том, что нужно ехать в Америку, чтобы заработать все, и там есть отличные тренеры, как многие сейчас спортсмены, например, Саша Поветкин, Владимир Кличко в свое время к Стюарту перешел. Мое личное мнение, может быть, я считаю, что это действительно так. Это не тренеры, это не в тренерах все-таки. Не то, что проблема, а вся суть состоит, а непосредственно с своим боксером. Потому как тренер должен быть не только педагогом, но и психологом. И поэтому они должны найти друг друга, они должны совпадать друг с другом определенными, скажем так,
фибрами души, что ли, они должны подходить друг к другу. Вот как Кличко здесь одно развитие получил, он заработал что-то, а в дальнейшем он... Восполнил. Тим. Из верхних зонах годов. Сейчас, стойте. И поэтому все, что касаемо тренеров, я считаю, это очень индивидуальный момент. И говорить о том, что для всех, как минимум для всех, что нужно, для того, чтобы продвинуться, нужно обязательно ехать в Америку. Я не вижу в этом абсолютной, стопроцентной логики, потому как каждому свое. И каждый по-своему имеет сильные и слабые стороны. Кого-то волнует, когда, скажем так, телефон постоянно звонит, а кого-то не волнует. И также и здесь. Квалификация тренеров, как европейских, так и американских, она достаточно высока. Просто американцы живут сейчас на старом своем запасе. Они не воспитывают новых. Это показывает и любительский бокс сейчас, теперешний, да и профессиональный тоже. В супертяжелом весе. А братья Кличко все забрали, ну и сейчас Дэвид Хэй, англичанин, это все Европа. Что говорить, результаты говорят сами за себя. И тот же Тедди Атлас, я читал в интервью, он согласен с тем, что американцы не воспитывают сейчас подрастающее поколение, что они слишком уж почивали долго на лаврах и сейчас получают результат. Кого мы видим сейчас на чемпионате мира, на Олимпийских играх, из боксеров из Америки? Очень малое количество. Все забирают, понятно, купить эту часть, да, россияне активно, бывшие СССР страны и еще кто-то, европейцы, одну-две медали подбирают всегда. Вот, пожалуйста, это результат, и с ним не поспоришь. Ну, вот так как ты уже вот упомянул, значит, пример младшего Кличко и Саши Поветкина, который сейчас тоже стал тренироваться с Тедди Атласом. Вот ты говоришь, что это как бы индивидуальный подход, так, своеобразная химия тренера с учеником. Помимо этого есть как бы холодная статистика, которая, ну, на примере Эммануэля Стюарта, тренера Кличко, да. У него, ну, очень большое количество учеников становилось чемпионом мира. То есть за этим, конечно, что-то есть. Второй пункт, то, что ты назвал, что они на своих старых запасах, это тоже правильно, ведь Стюарт, как тренер, он больше точит, скажем так, оттачивает уже готовых боксеров, да, а не воспитывает. Но именно многим профессионалам именно вот это оттачивание в профессиональном боксе, оно и нужно. Вот, считаешь ли ты или имеешь ли желание, скажем так, в дальнейшем там, поработать с подобным именитым тренером, который мог бы тебя чему-то новому научить, вполне возможно? Желание есть. Желание всегда есть себя совершенствовать. Вопрос в том, что я реально хочу смотреть на вещи и реально смотреть в будущее. Не в далекое будущее, а жить сегодня, а не даже не завтра, потому что настолько быстро все меняется. Сегодня я никто в профессиональном боксе. Все мои заслуги в любительском боксе, они остались за спиной. Они только могут говорить о хорошей истории моей. Вот. Сейчас я никто в профессиональном боксе. Я хочу достичь как бы определенных результатов. Потом уже я буду думать о том, что... как работать с другими профессионалами. На сегодняшний момент, как известно, сложилась ситуация, я поменял тренера из-за многих на это причин. Мы к этому как бы еще вернемся.